Настоящую проверку на прочность пришлось выдержать сотрудникам ГИБДД в Чебоксарах. Они подверглись атаке цыганского табора. Со слов очевидцев, все началось, когда один из инспекторов остановил для проверки автомобиль в самом центре города. Перевозимый груз вызвал вопрос у сотрудников полиции. Через несколько минут автопатруль был атакован толпой разъяренных женщин. Шум цыганами был поднят такой, что понадобилась помощь дополнительных экипажей.